электрода в ляне. Здравствуйте, меня зовут Алексей, и сейчас я покажу, как можно отрегулировать окно. Для чего это нужно? Со временем уплотнитель у окон, скажем так, немного сжимается, и окна, даже очень хорошие, могут уже не обеспечивать должного прижима. Для того, чтобы восстановить нужный прижим, на фурнитуре имеются прижимные цапли. Они сделаны таким образом, что, вращая их, мы можем обеспечить нужный нам прижим. Для примера я покажу вам прижим на одной детали. Это угловая передача. Итак, в данном случае мы с вами видим, что у нас точка находится в нижней плоскости. Это показатель нулевого прижима. Для того, чтобы сделать больший прижим, мы обычным шестигранником со сторонами 6 мм переводим цапфу в более прижатое состояние. То есть точка у нас смотрит в данном случае направо. Если мы с вами переведем эту точку в положение влево, то у нас прижим уменьшится.